двери. Вот этот цвет мне нравится. Вот, бирюзовенький. Ну вот да, вот видишь, просто. Вот простая дверь, без пендрежей. Только цвет нам. С пендрежем здесь взять, это крашено. Нет, не пленка. Ну, ты меня понял. Без я этого. Понял. Так ты такие же. А вот если на балкон делать? С крестиками. С крестиками, то? Ой, такой не нравится. Это вот, знаешь, был это вот в летний домик. Крестики. Да. Так, кто у нас фильм? Да, давай еще походим что-то. С загогулинами? Ну, в смысле, как белые, но опять же, представляешь, сколько пыли на ней. Ну, вот ты белый не хочешь. Да. Вот он тебе странно коричневый. А с этой? Вот, кстати, коричневый. Ну-ка, подложи-ка этот. Ну нет, отличается цвет. Ну вот это можно. Там же пленка разная. Да. Не, ну нет, темные, темные двери. Это другие квадратики. Но она опять прозрачная, но прозрачная, что тоннель поставить. Ну да. Ну, мы когда с вами разговаривали, про такое стекло не говорили. Вот. Ну то есть могут они квадратиками нарезать такое матовое. Да, матовое будет стекло, не прозрачное. Ну вот цвет, кстати, он не белый, серый. Светло-серый. Вот подложи под нее вот сразу вот пол. Подложи. Ну, почти белый. Ну, почти белый, ну. Ну вот. Слушай, ну белый весь, белые стены, это жутко. Но стены будут, тебе... значит, не белые, а темные. Ну, белый весь, белые стены, вообще шляпа. Ну, значит, будут не белые стены. С кругляшками с этим. Так, где она, которую... она внизу, по-моему. Царские варианты? Вот. Вот тоже этот. Только, допустим, вот без золота, но я имею в виду вот-вот вариант со стеклом. Нет. Вот, шикарно, синий. Только без этого. Без этой. Без золота, это ваше. Без серебра. Без серебра. Мне этот вот еще нравится. И цвет нравится, и дверь нравится. Так мы такую же берем, только без другого цвета. Тут что прикольно, вот эти вот квадратики еще. Да. Ну они будут окрашены, я все видно. Кстати, такая синяя дверь. Почти как кухонный гарнитур. Это вон серый. Прозрачный, давайте все. Как вам? Вон с серебром. Там. Вот это что ли? Да. Зачем это есть такая дверь? А что все видно было? Да, вот так вот. Да я шучу, что-то. Ну тут какие-то новые появились вроде. А
По-моему, таких не было с кругляшками. Да? Вот. Да нет, эти двери хорошие. Во, шкафчик такой хочу. Брык, а это и есть шкафчик, надо же. Вот тоже дверь, ничего, нормальная. Вот серые. И вот с этими, кстати, серые. Да. Без этой херни. Вот такие прикольные. Но опять же, мне больше белое нравится. Но это тоже не белый, это не белый. Слоновой кости какая-то. Вот шкафчик в прихожей такой. Прям. Хорошенький. Ну вот серый цвет, что тебе? Ну темное слишком. А вот такой цвет, допустим. Вот прикольный цвет, вот прикольный цвет. Давай розовую возьмем. Тоже с этой. Только с золотой этой. Вкраплением. Белый. Такой бирюзовенький, прям хорошенький. Бирюзовенький, хорошенький. Так к чему эти двери? К тому же, к чему и синие двери. Опять к синей двери. Где это синее? Это вот она фактурная. Сейчас. Как можно выбрать в таком огромном выборе двери? Просто нереально. Это еще только один этаж, а там еще есть второй. Вернее, первый. Я листаю книжечку с цветами. Я бы белые взяла двери и все. Но, скорее всего, синие возьмем. Тут бирюзовенький хороший цвет. Как ты ее так увидел? А, ты вот про такую? Нет, а я про другую говорила. Про какую ты говорила? Ну, которые как складываются, как ты говоришь, как в самолете складываются. Посередине. Не, очень понял. Слушай, а это во все стороны. А вот такая, как купе. Лёш, вот как купе. Слушай, ну от них нету никакого этого, ни шума, ни ничего. Ну, залез я и зубки щели. Ну а что ты там собрался делать? Храпеть. Где ты была? Может быть, не в этом магазине? Она не будет мешать? А, то есть она... Она получается...
Ну да, и по сути она получается маленькая. Ну блин, не, она, видишь как, если мы там просто окошко делать надо. Если мы будем, у нас вот здесь считай подиум. Если мы сделаем ниже подиум. Все, я поняла. Так, а гармошка? Где гармошка была, дверь? Вот где-то я видела гармошку. Это входные. Ух ты, какая дверь. Лёш! Иди-ка сюда. Здесь зеркало. Пусть стоит на месте. Вот, тут она беленькая. Страшно дотрагиваться. Вот, видишь? Что ты сломил? А, вот, я думала... Вот, вот такая вот нужна. Ну-ка еще раз ее открой, закрой. Ну, прикольно. Открывается, закрывается. Ну да. Не надо. Вот еще раз ее открой. Я ее сейчас просто сниму, чтобы... Конечно, зарядится. Ты... Насколько он живучий еще механизм. То есть снизу никаких порогов нет, да? Никаких порогов нет. То есть все это наружу сверху держится. Да. Небольшой ограничитель ставится в конце полотна, который не двигается. Ну вот здесь, чтобы они, как сейчас я дернул, оно вот так вот делало, да? Дошел до него, да, и сверху точно так же. Есть небольшой ограничитель, направляющий. Ну закрой. Слушай, класс. А высота? Высота тоже любая.